Всем привет! В этом видео мы с вами рассмотрим Hell is a Trap. И начинается это ловушка с Blackma Dima Gambit. Так. Я удивился, когда все получилось так, прям как в ловушке описывалось. Ну что редко такое получается. Даже игроки, которые вроде средненько играют, редко так ходят. И когда он связал моего ферзя, получается, если я сдвину ферзя, тогда он ест ладью, да? Если не сдвину, тогда он ест ферзя. Я понял, что все получилось. Я пошел сюда. Конь тут под защитой слона. И конь атакует вот это вот поле. И тут, видно, он не заметил, что ладья бьет вот это поле, и королю особо некуда отходить. И никто не укроет его от коня, от шаха коня, если он не предотвратит этот шах. Так. И он клюнул и съел ферзя. Ну и мат. Вот такой вот красивый мат в Hell is a Trap. И поэтому я и хотел его показать. Поэтому я и хотел показать эту ловушку. Потому что тут очень красивый мат, если он проходит. Спасибо за внимание и пока.